Красочный выход спортсменов на татами и борцовские ковры. В зале спортивной школы номер 1 города Шымкент проводится фестиваль здоровья, приуроченный 25-летию независимости страны. На спортивный праздник приглашены директоры и методисты спортивных школ города. Участвуют представители различных видов спорта. Вы знаете, в городе каждый год увеличивается людей, которые занимаются спортом. Поэтому мы организовали вот такой вот фестиваль, привлечь внимание детей, чтобы они занимались спортом, за здоровую нацию, за здоровый образ жизни. Подобного рода спортивные праздники проводятся, чтобы призвать жителей города к здоровому образу жизни. По обыкновению спортсмены демонстрируют все навыки боя или борьбы, а также устраивают схватки между собой. Вот только на сей раз гости, похоже, больше были увлечены своими гаджетами. Мы готовились к фестивалю здоровья порядка 2 месяцев. Каждый день по несколько часов уходило на репетицию. Фестиваль здоровья завершился. Только остался один главный вопрос. Для кого он был устроен? Ведь самих горожан на празднике спорта и здоровья было совсем немного.